Кондитеры Чуваши завоевали награду высшей пробы на прошедшей в Германии Всемирной кулинарной олимпиаде. Соревнования проводятся 4-й год подряд и собирают лучших мастеров своего дела. Честь сборной России защищала команда поваров из Новосибирска и 14 участников из разных городов. В состав команды вошли и представители Чувашии, профессиональные кондитеры, а также студенты и преподаватели одного из чебоксарских техникумов. Свое мастерство участники показывали в нескольких направлениях. Поварское и кондитерское искусство, карвинг, художественная резка по овощам и фруктам, арт-класс. В категории художественные изделия из пищевых продуктов не было равных студентке чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Татьяне Максимовой и ее педагогу Елене Родиной. Они пополнили копилку сборной команды 3 золотыми медалями.